Предупредить аварию легче, чем разгребать ее последствия. Все то же, как и с болезнью, но только в обоих случаях мало кто своевременно думает о себе, и уж тем более о других. Даже если в нескольких метрах есть пешеходный переход или светофор, перебежать здесь и сейчас – святое дело. Так же быстрее. Всего за 9 месяцев года к ответственности по статье 18.23 привлечены 577 человек, 401 в алкогольном состоянии. 19 раз ДТП происходило с участием пешеходов. В двух случаях виновным признан пешеход, в трех – велосипедист. Нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет за собой предупреждение либо наложение административного взыскание в размере от 1 до 3 базовых величин. Вечно опаздывающих на городских магистралях много. Поговорить с каждым почти невозможно. Однако экипажи ГАИ регулярно выезжают в рейды и стоят на страже безопасности. Темным пятничным вечером в центре города на глаза инспекторам попадается девушка. Она решила срезать путь до супермаркета. И это несмотря на то, что в 50 метрах в обе стороны пешеходные переходы. За что приходится поплатиться 27 рублями. Но не всегда невежду на дороге пешеходы. Хватает таковых и за рулем. Непропуск – одна из немногих причин ДТП. Водители обычно говорят, мол, не заметил. Особенно, когда речь о темном времени суток. В нашем случае нашлись и те, кто якобы не видел человека на переходе. Правила дорожного движения же гласят, водитель обязан предоставить преимущество пешеходу на зебре. Знают все, соблюдают немногие. В темное время суток на вас должен быть обязательно надет флюгер. Одни из самых уязвимых участников дорожного движения – пешеходы и велосипедисты. И вдвойне уязвимы. Уязвимее они становятся, если их возраст пенсионный. Уже не та реакция, не то орлиное зрение и скорость передвижения далеко не та, что была раньше. Напомнить о правилах ПДД и подарить такие важные сегодня сувениры в территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района отправились сотрудники госавтоинспекции. Здесь все желающие смогли задать интересующие вопросы. А скажите, пожалуйста, вот велосипедисты идут по тротуару, это им положено? В числе приоритетных тем волнующих населения – парковка возле дома, правильная езда на велосипеде, время работы светофоров и хамство на дорогах. Каждый вопрос взят на заметку. Некоторые были устранены буквально из здания ТЦСОНа. И помните, быть пешеходом так же ответственно, как и водителем. Безопасность зависит от всех участников дорожного движения. Кристина Риенс, Максим Галионко, Бобруйск 360.